На проверку новой дороги в 113-м микрорайоне депутаты горсовета выезжают уже во второй раз. В первый раз вопросы вызвали бордюрные камни, тротуары и ливневки. Протяженность новой дороги чуть больше километра. После прошлой проверки подрядчику был дан ряд предписаний. Часть успели устранить, но некоторые проблемы все же остались. Одна из них – ливневые стоки, но это еще далеко не все. Главная большая проблема – это обслуживание этой дороги, передача на обслуживание это города Улан-Удэ, так как дорогу надо уже обслуживать, чистить. Установку урн, дополнительных остановок, пешеходных переходов, обновление разметок пешеходных для безопасности дорожного движения. Ну и на перекрестке 113-115 квартал мы уже говорили о том, что нужно поставить дополнительные знаки опасный участок дороги, снижение скорости для водителей. Несмотря на некоторые недостатки за полгода, эта дорога показала свою необходимость жителям микрорайона. Говорят, что с появлением нового асфальта удалось избавиться от слякоти и грязи. Все размыто от снега, от дождя. Было невозможно ни проехать, ни пройти. Но сейчас радуют тротуары, все сделали так по-человечески. Проверили депутата и строящуюся дорогу от 102 до 118 микрорайона. Множество вопросов вызвало обустройство асфальта, бордюрных камней и тротуаров. Недочеты по асфальтобетонному покрытию на примыканиях, по выкрашиванию бетонной обоймы на лотках, по тротуарам по покрытию, которые разрушения. Большой спектр замечаний. Некоторые из них сейчас пока что будут ожидаться, когда запустятся асфальтобетонные заводы, потому что много замечаний по асфальту. Объект с прошлого года идет, и у многих жителей вопросы возникают, почему так делается. И, конечно, сегодня, выйдя сюда, мы тоже увидели замечания, они должны будут исправлять с теми недочетами, которые есть, они не будут приняты, конечно же. Недочеты подрядчику необходимо устранить до конца мая. В противном случае будут применяться штрафные санкции. Андрей Слепнев, Сергей Медведев. Новости дня.